мне бы нафиг чувака, который постоянно ходил и снимал меня, потому что мне нихуя не будет. Я не потому что я буду. Мне нужно вообще лучше. Нет. Мне не нужно человека, мне нужна летающая камера. Летающую камеру мне нужно, понимаешь? Чтобы никакого человека рядом со мной не было. Я не люблю, чтобы со мной кто-то ходил. О, все, загрузилось. Я проверила флешку, все нормально. Через мак у меня не получилось. У меня получилось все сделать через Windows. Да, я шизофреник. Люди удивляются. Сейчас нашу минуту. Как раз пока я доеду. Видите, как я не зря Windows установила. У меня флешка на Mac не прочиталась. На Mac у меня TIFF не загрузился. Поэтому нахуй Windows. Гребаный старый Windows. Ну, пока я в России живу, пока у нас тут все развито. Я поэтому и тут, и там. Да, в некоторых моментах можно быть и тут, и там. Я вообще везде, на самом деле. Это, скажем, для профессионалов уже можно быть во всех местах одновременно. Но вы же пока не профессионалы, поэтому выбирайте. Тут вам или там. А потом уже будете тоже везде, и тут, и там. Понимаете? Молодежь удивляется, я что-то такая вся пришла с камерой, с макбуком, что-то поделала, такой же Skyrim, какие-то флешки, какие-то журналы с игрушками какими-то, записываю себя постоянно. Да, я сказала, что я шиза, не удивляйтесь. Не удивляйтесь.